наш малыш спал, отдыхал на ручках у хозяйки. Кстати, всем привет. И тут приходит хозяин, начинает тянуть ручки хозяйки. И вот он просыпается. И начинает уже злиться. Что ты злишься? Он не злится, пожалуйста. Хорошо. Давай ему массаж поделаем. Успокаивающий массаж для собачки. Внимание, начали. И вот у тебя уже агрессия снижается. Ты уже себя чувствуешь спокойным. Твои мышцы потихоньку расслабляются. Напряжение снимается. Оскал твой должен пропасть. Пускай твой оскал пропадает. Давай, вот забирай его снова. О, Господи! Вот это, да, вот это была неожиданность, это был укус рук массажиста. Вот, у меня уже начались уже заигрывания, это уже пошли нежные покусывания. Да, все, мальчик успокоился. На всякий случай, да, еще. Ты, скажи, камеру пока... держи подальше от меня. Покажет. Я могу. Смотрите, какие у меня зубы. Ну все, все хорошо. Все, вроде шерстка уже разгладилась. И ручки стали нормальными. Ну что? Вот так вот тебе хорошо. И вот смотрите, да, что массаж делает собачка. Собаки, как и люди, также любят массаж, поглаживание, прикосновение. Становится приятно, они расслабляются. Вот так вот. Задурели. Да, да. Вот этот, чувачок, ты очень любит, правда, камеру под именем Стамбульчик. Вот это зубы, самое страшное стало. Ой, тюбачки, зачухал. Вот ну так. Что у нас, получил свою порцию массажика? Ну подожди, сейчас еще мы доластимся. Вот Господи, кривляем этой гримасы. Мне кажется, такие гримасы специально даже не придумать. Какие можешь изображать твой терьерчик? Давай, лапочки. Вот Стамбульчик молодец. Помассируем лапочки. Вот так. Злата прячется. Ну все, он расслаблен. Все, давай. Что давать? Отпусти его. Отпускать его? Да, пускай он пойдет. Посмотри, как поведет себя расслабленным на этом. Уже свободный от твоих рук. Давай, пускай его. Ну все. Все, видишь, хвостиком играет. Вот и хозяину пришел. Ну, молодец. Все, вот игрушки детские, можно играться, трястись. Молодец. Ну все, давай прощаться. Давай. Вот. Это уже папины ручки, да. Да, Стамбульчик, ну все. Давай, пока, скажи всем пока. Он еще хочет ласки. Давай, до новых встреч. Ну, давай. Да, вот смотрите, я скажите, лягу на спинку. Кто давай. Хочет ласки, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. А кто уже подписан? Пишите комментарии.